Продолжаем проходить игру Heavy Rain. У нас сейчас будем с детективом этим разбирать наши зацепки, смотреть досье. А, ясно. Много мы посмотрим с таким управлением. Нормально, сейчас разберемся. Итак, следы шин. Выбрать, исследовать, анализ области действий. Исследовать. Шевролет. Вероятно, Malibu. Машина убийцы Шевроле Malibu 83. Так, вероятно? В смысле, может быть такое, что нет? Нет данных для анализа области действий. Нигде нет этой машины? Она очень старая? Ага, я тебя понял. Психуешь дальше. Ну ничего. Шины мы посмотрели. Так нельзя, да? Оп. Фигурка оригами. Вниз. Есть в городе один такой магазин. Ага. Надо в него сходить. Давай исследовать. В идеале сначала исследовать, а потом добавлять. Ни отпечатков, ничего. Ни единой зацепки. Весело. Еще раз. Орхидея. Исследуем. А области действия какие тут могут быть? Может, места, где их продают или выращивают масло? Распространенный вид. Никакого толку. А, область действий, смотрим. Самые обыкновенные орхидеи. Их полно в любом магазине. А одинаковые точки совпадают? Не совпадают, значит, да? Сбросить. Это можно сделать вот так. Это мы посмотрели зацепки, теперь давай смотреть досье. Ничего себе, еще выбирает. А, убийца оригами. Жертвы мастера оригами. Выбрать. Открыть. Мышкой откроем. 8 жертв за 3 года. Мальчики. 9-13 лет. Ни следа насилия. Жертвы пропадают в общественных местах средь бела дня. Ни одного свидетеля. Жертв находят через 3-5 дней, утонувшими в дождевой воде. Ну, по сути, получается, сейчас все события будут происходить в течение... О, область действий. Подожди, это я открыл, а можно еще исследовать и область действий. В общем, игра будет в течение 5 дней, получается. Все тела обнаружили рядом с железной дорогой. И все жертвы пропадали осенью. Сезон. Мы попали в сезон. Так, исследовать область. Нет, подожди. Область, по-моему, я не сделал. Вот. Область действия убийцы велика. Он быстро осмелел и удалился от базы. Искать его таким образом бесполезно. Но, как говорят, самые первые жертвы делают очень близко. То есть нам нужно все-таки акцент делать близко к этому месту. Ясно. К месту обитания. Соответственно, нужно ориентироваться на них. На самые первые убийства. У него, кстати, я только что заметил галстук грязный. Принцип работы. Да это то, что нам нужно, кстати. Жертвы мы смотрели. Принцип работы. Открыть. Все тот же ритуал. Оригами в ладони, орхидея на груди. Всех жертв находили примерно через 6 часов после смерти. Значит, убийца топил их не сразу, через несколько дней. Допросили 3500 человек. Ого. Больше сотни подозреваемых. И ни единой зацепки. А подозреваемыми как они стали? На фоне чего исследовать? Раз ни одной зацепки. Убийца белый, возраст 30-45 лет. Уверен в себе, умен и решителен. Очень собранный, водит машину.
Работает наверняка в свободном графике. Ну, Итан пока подходит. Очень-таки. Нет данных для анализа области действий. Ну, по сути, нам ничего это не дало. Я даже не знаю, что тут сказать. Закончить. А карта, что это нам дает? Что-то скажешь или будешь смотреть? Ясно, он для меня держал. Ну, окружение — это фон. То есть мы все посмотрели. Но у нас зацепка более-менее. Это с машиной связано. Вот это вот Малибу. Вспышка. Лекарства какие-то есть? Началось. Не уверен, как надо пойти умыться. Иди. Мне надо... это нужно, иначе я могу потерять сознание. Надо ему фонтанчик. Ну сюда, вот, началось. Я должен держаться. Я справлюсь. Держись. Принять. Не-не-не-не, это наркотик. Мы такое не приветствуем. С вами все в порядке, сэр? Да-да, все в порядке. Спросил, отвернулся. Никто. Никто не должен увидеть. Руки в карманы. Квадрат. Так. Окей. А куда? Подожди, стой. Иди, пожалуйста. Вот это, по-моему, туалет. Нормально, умылся? Зачем нам их по... А, это типа переход с одного персонажа на другого, Итана. Где? Буквально секунду. Делал записки в телефоне, и телефон выкинул нафиг. Все же могут спрашивать. Это лейтенант Блейк, мистер Марс. Расскажите, что произошло. Без нас допрашивают. Сегодня днем мы с моим сыном пошли гулять в парк. Мы немного поиграли. Он решил прокатиться на карусели. Сел на одну из деревянных лошадок. Я на секунду отвернулся. А Шона уже нет. На секунду, да-да-да. Во сколько именно вы пришли в парк? Попробуйте вспомнить точно, мистер Марс. Каждая мелочь имеет значение. Приблизительно в... Шестнадцать пятнадцать ближе всех. Да, точно, четверть пятого. Одна ремарочка. Вот смотрите, человек, который просто играет первый раз, да? Как вот эти все детали он запомнит? Ладно, можно запомнить там куртку, внешний вид. Время как запомнить? Потому что при входе в парк я взглянул на часы. Во что сегодня был одет ваш сын? На нем была куртка. Свет. Бежевая. Бежевая. И еще штаны. Упс. Я себе записал в телефоне темные. Но тут как-то... Сейчас найдем. Потому что вдруг это очень важно. Не хочется все профукать. Буквально секунда. Итак, светлые... Это темно-зеленые, что ли? Есть такой вариант? Зеленые. Зеленые.
как же он умудрился пропасть у вас из-под носа? Разве вы не были рядом с каруселью? Так, сидел на лавке, прошелся. Ну, прошелся — это странно. Почему нельзя сказать про провалы памяти? Я решил немного прогуляться по парку. Всего пару минут. Когда я вернулся, карусель уже остановилась, а Шон пропал. Очень плохо, что ты... Вы были в парке сразу после школы. О пропаже сообщили в 9:15. Почему так поздно к нам обратились? Ты... запаниковал, ждал, искал. Я искал его повсюду. Думал, что он где-то недалеко. У Шона не было никаких проблем, мистер Марс. Таких, чтобы сбежать из дома. Были. Шон... чувствительный мальчик. Да не чувствительный мальчик. В последнее время у нас были... Про семью расскажи. Очень сложные отношения. Не было проблем в школе? Или постоянных ссор между родителями? Были, были. Мы с женой в разводе. Уже 6 месяцев. Но Шон не ушел бы, не предупредив меня или мать. То есть 1.5 года ну, после событий они еще не пытались? Больше вопросов у меня нет. Вы свободны, мистер Марс. Мы будем продолжать поиски Шона. Если возникнут вопросы, вам позвонят. Мог это быть мастер оригами? Да. Все подходит, все сходится. Слушайте, скорее всего, он просто сбежал и через пару часов вернется. В общем, все друг другу врут. А что, если это все-таки он? Тогда у нас есть 4 дня на поиски. Ну, игра короткая будет. 4 дня все. Поставил таймер? Да, отлично. Жена, хоть увидели ее. Что-нибудь известно? Нет, пока нет. Но поиски продолжаются. В смысле, продолжаются, только сообщу. Они... думают, это мастер оригами? Ну, начинается. Ты еще давай. Пока рано об этом говорить. Но полностью исключить нельзя. Ну, хоть тут правду говорит. Что стряслось, Итан? Я так и думал. Как можно было его потерять? Сейчас будет на нас. Как ты вообще мог отвернуться? Неужели это настолько сложно присмотреть за ребенком в парке? Ну и так тяжелая Зачем ситуация. Зачем ты ушел, Итан? Куда? Зачем? Мало тебе одного Джейсона. Ты офигела? Вот это реально лишним было. Такое Извини. Говорить. Случайно сорвалось. Я так волнуюсь. А Итан типа не волнуется, да, по-твоему? Бессердечный ужас. Я не вынесу. Грустно, грустно, очень грустно. Блин, ты вообще что-то веселое будет? Немножечко хотел. Теперь на каруселях никого не покачаешь. Пить не похоже. Ай. Ну, теперь да, вот это должен быть у нас. А что он будет, интересно, делать? Вроде как зацепок нам никаких... Я вспоминаю разговор. Но вроде зацепок не было. Количество осадков растет. 21:52 время. Магазин. А! Кнопка была. Я не увидел. Здрасте. Доброго вечера, сэр. Ну, может, типа, этот рабочий день закончил? Или что? Покупателей нет. Удачно. Самое время поговорить с хозяином. А я думал, мы попробуем. Человек за стойкой. Похоже, это тот, кто мне нужен. Давай. Что вам угодно, сэр? Поговорить. Меня зовут Скотт Шелби. Я частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня есть пара вопросов. Мой сын уже мертв, мистер Шелби. Мне нечего добавить.
Я тоже терял близких. Я вас понимаю. Тогда вы поймете, почему я не хочу говорить об этом. Ладно, понимание никто не ценит. Настоять, уйти, спасти Шона. Убийца похитил еще одного. Он знает уже про Шона? Такого же мальчика. Как ваш сын, Реза. У нас 4 дня, прежде чем еще одно тело найдут на пустыре. Никто не беспокоился о моем сыне. Так может, не знал никто. Я прошу вас, уходите, сэр. У него прическа, как у полицейского этого. О, а у вас есть пенталин? Заодно уж. Хоть, по крайней мере, с пустыми руками не уйду. Идите до конца и направо. Яндекс, спасибо. Что такое пенталин? Какое-то психическое средство. Ладно, ладно, стоп, стоп, стоп. Стоп. Получилось. Спросил он свою голову. Астма. Что-то добрый вечер, сэр. О, ограбление. Я могу вам чем-нибудь и помочь? Да, папки мы гони все. Гони сюда выручку. И не смей рыпаться. Открывай кассу, ублюдок. Бабло на прилавок. Так, Чёрт, ты чё, оглох? А ну открывай гребаную кассу, живо! Нет, сэр. Я не понял. Вы не лишать меня этих денег. Чипсы, чипсы тут! Нельзя, нельзя, нельзя. Я не отдам их. Ты чё сказал? Ты вообще охренел, козёл? Ты не догоняешь? Сейчас получишь чёртово поле промеж глаз! Ты будешь пожалеть! Ну! Я не позволю себя отравить, сэр. Эти деньги мои. Вам лучше уйти, пока не поздно. Чёрт! Сраный урод! Открывай кассу! Да ставь! Нет! Почему? Бросай! Живо! Ну почему? Стоять! Что я сделал не так? Руки вверх! Руки вверх, а то пристрелю! А можно переиграть, нет? А можно подойти? О-о! Спокойно, без Подходить. Паники. Никто тебя здесь не тронет. Давай просто успокоимся. Не, не хочу подходить. И все будет в порядке. Да, да, я спокоен. Все будет зашибись. А, он подходит, подходит. Отлично. А, имя, уговоры, помощь, 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 уговоры. Слушай, не лезь, Петр. Убери пистолет и уходи. С советами лезешь? А не пойти бы тебе подальше? Да я, наоборот, ближе подхожу. Так, помощь. Ты ведь не хочешь никого убить, а? Почему он вас слушает? Как бы... Ладно. Тихо, тихо, тихо. Он смотрел. А у убийцы нет шансов, угрожающее имя. Меня зовут Скотт. А тебя? Почему он слушает? Я реально не понимаю. Эндрю. Прям рот от... Я Эндрю. Зачем? С чем ты мне говоришь? С сочувствием? Давай, мы везде съем это сочувствие. Подружка, скажем. Или семья. Да. Девочка. А, он не совсем вор. Тогда можно понять, дилетант. Я зовут Джессика. Что, если Джессика видела бы тебя сейчас? Ты подумай, что если она останется одна? Я жму, он не идет. Брось оружие, угрожающе, ничего страшного, убийца. Пока ты не сделал ничего страшного. Да. Если ты спрячешь пушку, мы забудем, что здесь случилось, и на этом все кончится. Лучше уйди. Ничего Брысь. Страшного? Мать твою! А что я, по-твоему, тут делаю? Он как будто смотрит на ноги, но ничего нам не говорит. Я даже почти поверил твоей брехне. Сейчас. Икс, икс, икс. Много иксов. Очень много иксов. Жму. Почему он просто отвернулся от нас? Типа мы ему стали неинтересны. Хорош. Это лысый, видимо, тот крепкий был. Там дофига его пришлось бить. Ой, страсти. Не знаю, что случилось бы, не будь вас здесь. Да без денег бы остался. Хоть не зря время потратил. До свидания. Забавно, что он всех жертв спасает, да? Пропал.
Мне пришло письмо с багажной квитанцией. В ячейке лежала коробка. Я не понял, что это значит. Но думаю, что это было послание от того, кто лишил меня сына. Можно? Можно. То есть, получается, он в курсе этого. В курсе, что там за семья у ребенка. Оригами. Прошу, возьмите коробку, раз это может вам как-то помочь. Да фиг знает. Я не сумел спасти Резу. Но, может, вы сможете спасти другого мальчика? Честь, у них даже звонилка с флагом. Патриотично. Мистер Шелби. А этого, да, что оставил? Я было поверил, что в этом мире ни от кого нельзя ждать наград. Теперь вижу, что ошибался. Пистолет хотя бы там забери, полиции там позвони, все дела. ТВ Шоу Тайм, Марс, конфетки всякие. Не, нормально, нормально. Не идеально, наверное, вышло, но пойдет. Главное, что все живы. Ты кто? Сколько у нас персонажей будет? Ну, походу, точно 4. Среда. 3 часа ночи, количество осадков 40 миллиметров. Ты-то как к этой истории? Ты теперь обычный полицейский, да? То есть у нас ФБРовцы... Господи. ФБРовец был. Частный детектив. 3 тарелки. На одну тебя. Так, давай так. А, это выключили. Теперь так. Ну, время мы знаем, да? Встаем. Давай покопаемся в ее мыслях. Так спала бы, 3 часа ночи, устала-то. Что вскочила? Бессонница. Чёртова бессонница. Устала, как собака, но глаз не сомкнуть. Так. Надо заняться делом. Устану и смогу заснуть. Я не должна принимать эти таблетки. Опять таблетки? Хоть реально да здоровых персонажей нет. Душ. Изредка, но помогает уснуть. 2:47. Все то же время. Может, мне лечь и попытаться уснуть? Вдруг получится. В смысле, все то же мне время? Мне нужно поспать. Чтобы такое сделать, чтобы уснуть. Ну, поработай. Выпью горячего. Вдруг поможет уснуть. Вот, поработай, как Итан. Говорит, я пойду в сад. Там я должен работать. Пришли в сад, лег. Вот ты сейчас точно так же будешь работать, я думаю. Дверь. Ты какая-то странная. Тебе это не говорили? Ты кто? Чашка. Чашку, микроволновку. Что-то подогревает. Ну, кофе, наверное. Или чай. Воду-то обычно не подогревают. Какая-то у нее странная квартира. Тоже. В холодильнике что есть? Что покушать? Могу всего. Какая-то она реально непонятный персонаж. Непонятно, чем занимается. Но, скорее всего, поработать это у ноутбука. Пускай поработает и спать ложится. Типа статью пишет? Журналист? Может, это, кстати, она задавала вопрос в полицейского участка?
когда это было, как его там, на совещании. Ну, ты понял. Тут что? Ну, тут мы... А, подожди, а вот эта дверь мы были? Это душ. Но она вроде говорила, что душ хочет. Уж не говорил. Мальчик. Зачем ей одной так много кранчиков? Ванна. Ну, ванну она не хочет. Это кто? Это таблетка. Надеюсь, это никакой не наркотик. Наверное, чтобы уснуть. Тогда надо уходить, а то сейчас тут вырубится еще. Так, и душ. Идем в душ, наверное. Да. Полотенце. А. Переодевается. За Итана ходили. Теперь сейчас за нее пойдем. Не знаю, как ее зовут. По-моему, и не говорили. Вытираемся. Чуть не видно, что он вытирается, как были эти капли, так и остаются. А, это что? Это вверх или вниз? Ну все, в принципе, можно ложиться спать. Очень интересно было. Всем советую. Чего? Зачем это? Я думаю, сейчас понятно станет. А, еще в туалет хочет? Стой, 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 стой. Ну прям все поделали за нее. Выходим. Свет выключаем. Хотя мы его не включали, по-моему. Просто зашли. Что? Что? А, ну это да. Так не было. Ну идем закроем. Что? Дверца холодильника. Я точно ее закрыла. Не сама же она открылась. Не могла же дверца холодильника сама открыться. Это смешно. Наверное, я случайно забыла ее закрыть. Другого объяснения нет? Не-не-не. Мы закрывали. От бессонницы недолго спятить. А вон чего напридумывала. Закрою холодильник и пойду лягу. Согласен. Вот теперь мне по-настоящему страшно. Да, все, сейчас закроем. Там всего одно движение и закрыто. Видишь, даже кнопка дрожит, кстати. Забавно. Дай это глюки, ложись спать. А вот это уже не глюки. Здесь кто-то есть. Кто-то проник в квартиру. Телефон на столе. Позвать на помощь. Дверь. Другого выхода нет. Надо попробовать до нее добраться. А где гарантия, что это не глючит тебя? Я не знаю. Мне кажется, дверь это разумнее. Как спали мы максимально. Драка, драка, драка. Кидай лестницу. Сбит. А, их двое? Ну я иксую, как могу. Хорош.
Ого. Жму, 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 жму. С ножом, это конечно. Ну, может, реально она какую-то статью пишет, крутую. И ее заказали. А может, я уже придумал, как и она. Джеки Чан отдыхает, может. Сейчас между ними как-то. Ну, давай вот это. Икс. Прыжок. Да хорош, но я все нажимаю. Почему ничего не происходит в нашу сторону? В нашу пользу. Не увидел, но сработал. Нормально. Хорош. Все нажал, все нажал. Все сработало. Насилуют ее сейчас. Вверх. Взяла, залезла на него. Давай. Сильно ударил. Жестко. Всех порезала. Иксуй, 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 иксуй. Серьезно, но это не та дверь. Нам выход нужен. Кровь идет. Не-не-не, это однозначно ее глючит. Да. Ясно. Че, нам сейчас по второму кругу все? Серьезно? Сейчас опять умываться, в душе стоит. Ну ладно, может ее не глючит. Может, просто неудачный сон. Но, блин, тут как бы каждая глава, она рассказывала, что за персонаж более-менее. А это что? Это вообще не рассказано. Ну, вот прикинь, начало игры бы такое было бы заитано. Смотрелось бы, ну, как минимум, странно. О, Итан уже звездочка наша. На этом серию мы будем заканчивать. Спасибо за просмотр. Хорошего тебе настроения. И до встречи в следующих сериях.